Hello guys, it's Valentina Gnak from International Romance and Adventure. And today I meet with two beautiful ladies which come to our agency, because usually we try to do something special for each lady which come and for reasons to know her more. And today we speak about very interesting questions which usually ask other men. And I'm sure you need to watch this video, because maybe one of these girls is your soulmate. Hello, my name is Angelica. My work is nail master. Я очень позитивный человек. Я пришла в брачное агентство, потому что я хочу встретить своего мужчину. Здесь не получается, поэтому вот можно поискать где-то за границей. Почему нет? Я не против брака с мужчиной с другой страны, не против брака с мужчиной даже другой религии. Главное, чтобы он принимал мою религию. Вот. Я работаю, как я уже сказала, мастером маникюра. Мне очень нравится моя работа. Мне нравится работать с людьми, мне нравится делать людей красивее, лучше. В индустрии красоты я пробовала себя и в других направлениях. Это и визажист, и мастер-парикмахер. Но вот я выбрала мастер маникюра, мне это нравится больше всего. Вот. Что я еще могу о себе сказать? Я очень люблю путешествовать. Мне хочется иметь возможность путешествовать хотя бы раза 4 в году. Ну, иногда у меня это получается, иногда нет. Хочу посмотреть много разных стран. Мне нравится изучать культуру других стран. Ну, пока что еще мало где была, где-то стран 5. Ну, остальное уже я отвечу, когда мне будут задавать непосредственные вопросы, вы все узнаете обо мне. If you move to another country, do you think you will be just housewife or you wanna do career in new country? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я хочу чем-то заниматься. Это может быть либо какая-то работа, которая мне будет очень нравиться, либо это хобби, развитие собственного хобби. В плане дома, ну, естественно, у нас все женщины ведут быт домашний, но прям вот быть домохозяйкой, сидеть дома, это мне не интересно. Мне хочется все-таки развиваться как личность. Is it matter for you if your husband will be different religion? Do you go married with a man with different religion? What do you think? Я отношусь нормально к любой религии, но я свою религию менять не хочу. Меня устраивает моя религия. Если мужчина готов жениться на мне и принять мою религию, не обязательно принимать мою веру, просто принять меня с моей религией, то почему нет? Он со своей религией, я со своей религией. Мы сможем нормально жить. Главное не навязывать друг другу свои правила. Your husband to another country. Would you prefer to live in little town or you want to live in big megapolis? В принципе, мне без разницы, это будет маленький пригород или это будет большой мегаполис. Я хочу, чтобы мне было комфортно, то есть это, чтобы был уютный дом. Если это работа, чтобы было удобно добираться до работы. Если это отдых, чтобы нам было куда поехать отдыхать. As I say to you that we will have Valentine's Day party, and I will ask you, what you usually do at this day? Do you go out with your friends, or is you have something special for this day? And what do you feel in this day? Ну, я считаю, на самом деле, это классный праздник. Ну, к сожалению, для меня он обычно проходит немножко грустненько, потому что хочется иметь вторую половину, чтобы отмечать этот праздник. Ну, я отношусь к этому так, я же не расстраиваюсь, что я не Татьяна в Татьянин день. Поэтому в день влюбленных я не расстраиваюсь, что я не одна. Надеюсь, что в этом году этот день для меня будет каким-то особенным. Поэтому мы, я и мои знакомые подружки ждем мужчин, которые приедут отметить этот праздник вместе с нами. Hello, my name is Lena, my work is journalist. Также я студентка, получаю научную степень, я магистр аудиовизуальных искусств в будущем, через полгода.
Мое хобби – это моя работа. Я выбрала себе работу, которая мне по душе, мне она нравится, и можно так сказать, что я ни дня не работаю. В брачное агентство я пришла, потому что как-то вот не складывались мои отношения с нашими мужчинами. Возможно, получится с другими мужчинами за границей. Какого мужчину я хочу, это сложный вопрос даже для меня. У меня нет определенных критерий, чтобы он там высокий, низенький, там худой, полненький был. Я не знаю. Вот, когда я почувствую, что где-то что-то вот там вот ёкнет, тогда я пойму, что это моё. And what about you? If you go and move to another country with your future husband, what do you prefer to do in this country? Do you want to do career or you want just be housewife? Если я перееду в другую страну, я не могу однозначно сказать то, что я буду домохозяйкой, либо же я буду карьеристкой, потому что другая страна, это другие люди, другие возможности. В любом случае мне нужно будет освоиться и понять, чем я могу заниматься в той или иной стране и в другом городе. Возможно, первое время я буду там, налаживать быт какой-то, а потом уже со временем начну заниматься своим делом, то, что я люблю. If your husband has different religion, is it deal breaker for you, or it doesn't matter for you? По поводу религии это сложный вопрос, потому что я никогда с этим не сталкивалась, и скорее я не буду менять религию, потому что я с ней родилась, это мой выбор, моя вера, и я хочу, чтобы мой мужчина принимал меня с такой религией. Вера, его интересы, просто, возможно, в некоторых вопросах нужно будет искать компромисс, потому что разные веры, разные немножко направления, поэтому там уже будем смотреть по ситуации. If you move to another country, do you prefer to live in little, quiet city, or you want to live in a big megapolis? Скорее, я хотела бы жить в каком-то тихом, спокойном пригороде, потому что шумный мегаполис, от него очень устаешь. И хочется такого тихого, спокойного местопровождения, где ничто тебя не будет напрягать, раздражать, вот, чтобы все было тихонечко и спокойненько. What do you feel about Valentine's Day? I know that this day for some women is very romantic event. What do you usually do at this day and what do you feel about Valentine's Day? День Святого Валентина – это лично для меня это самый обычный день, потому что ну вот как-то не складывалось у меня, чтобы я проводила его в романтической обстановке, либо же там со своим молодым человеком. Это День Святого Валентина – это какой-то заколдованный день на самом деле, потому что именно перед этим днем, либо же в этот день, я расходилась со всеми своими мужчинами. Поэтому в этом году я надеюсь, что этот день для меня будет каким-то особенным и волшебным, и будет все совершенно по-другому. It was International Romance and Adventure. Subscribe our YouTube channel, watch our videos, and of course check our website, because every day single beautiful girls come to our agency. And I want to remind you that at February 14 will be party in Kiev, and in February 16 in Dnipro, single beautiful ladies from our agency will be waiting for you to this party for lovers. Goodbye.